Ульяновскую область ждет генеральная уборка. В регионе продолжает внедряться новая система утилизации и переработки коммунальных отходов. Экологические задачи были обозначены среди главных посланий президента Владимира Путина Федеральному собранию. Среди них как раз и значился переход к новой схеме работы с отходами. Территориальная схема по обращению с отходами и региональная программа по обращению с отходами утверждена в конце 2017 года на территории Ульяновской области. В соответствии с территориальной схемой обращение с отходами Ульяновской области разделена на 5 зон деятельности региональных операторов. Приведением области в порядок займутся региональные операторы. В настоящее время проводится конкурс по их отбору. Соглашение с победителями планируют заключить уже 17 мая. Операторы будут обязаны не только вывозить и складировать отходы на полигонах. Они также будут бороться с несанкционированными свалками и заниматься переработкой мусора. Ничего мы не придумаем по органике, значит, кроме термического уничтожения. Сколько не думали, какой только ноу-хау не выкидывали, ничего нет. Но большинство отходов обретут вторую жизнь. Их подвергнут вторичной переработке. И в этом вопросе региональные операторы физически не могут решить всех проблем самостоятельно. Люди должны сами понимать, какой вред окружающей среде могут нанести и как важен раздельный сбор мусора. Мы должны окончательно согласовать в течение лета огромную программу обучения, воспитания населения. Начиная со школ. Поэтому нам нужно предусмотреть совместно с Министерством образования обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, ну а через ребенка и каждый взрослый понимал, что такое твердые бытовые отходы, почему их надо сортировать, разделять. Окончательно перейти к работе по территориальной схеме планируется уже в октябре. Ульяновская область таким образом станет одним из пионеров в России по внедрению объявленной президентом программы генеральной уборки. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.